Семикратный обладатель титула самого сильного человека в мире установил новый рекорд Гиннесса. 38-летний литовец Зидруна Савикас переместил караван из 12 автомобилей на 5 метров всего за 33 секунды. Общий вес автомашин, сцепленных специальными железными скобами, составляет почти 13 тонн. И этот показатель вовсе не предел для литовского Геракла. В прошлом году он сдвинул 20 автомобилей общим весом более 27 тонн. Однако рекорд не засчитали. Спортсмен упирался в прикрепленную к земле лестницу. А это противоречит правилам. Теперь рекордсмен надеется в будущем улучшить свои показатели. Я очень счастлив. Для меня это был серьезный вызов. Надеюсь, в следующий раз я осилю уже 13 или 14 машин и побью свой рекорд.